Немножко привыкнуть надо, вспомнить. Вот я сейчас малец уже вспомнил, вот гонку проехал, в принципе, уже более-менее. У меня гонка идет, но я сейчас первый пока. Ну да, можно вот так пару раз. На чем? Да, я тебе говорю, ну конечно. Туда-сюда это, и нормально. О, Диман, на чем? Ну у меня 71,8 был. Я не знаю, сколько дальше. Нет, ты на чем едешь? Всего это. А, нормас. Чё 71,8? А, рейтинг? Рейтинг. Тут не успеваешь посмотреть между гонками. Оно прям один за одним. Так, по-моему, 30 литров нам хватило, да, бензина? Угу. А, блин, надо было, правда, засейвить. А, вот тут же дефолт, тут нечего сейвить. Ну, я думаю, дефолт у нас был вроде бы, да, наверное? Дефолт. Угу. Дефолт. 30 литров? По-моему, я 22 у меня было. Угу. Вперед тормоза чуть-чуть. А, подожди, а вот эта штука. Окей. А, блин, вейтинги эти. Да, вот это вот из класса в класс нырять. Круто эти. Забавно, да. Дим, сколько ехать еще? 7 минут. Тебя поотвлекать? Подлекай, я 11 секунд здесь, второму месту. Ой, понты свои эти. Прикрути. То сейчас быстро все, да. Так это ж я у Рипакова научился расходить. Косячит, да? Понтит. А, понтит. Я что-то делаю? Это постоянно. Ты книгу прочитал? Нет, я начал только. Две страницы прочитал? Нет, три. Я ее это... Ну, как это слово? Блядь, все вылетает из головы. Да нет, я наслаждаюсь типа этим. Не, ну Кими, конечно, крендель. Кто бы сомневался. А, я какую-то же... Все, я ВЛНовскую настройку загрузил и погнал. Так, чё он доквально? Сюда быстренько. А ты же без трекшена валишь на КТМ? Да, он ему не нужен. Вот ты, кстати, заметил. На КТМ? Побыстрее да. Поехал, или да? Вот да, там надо это, ручную дорогу. Прямой все равно сливаю. Меньше потеря, чем раньше было, но все равно слив идет. Блин, надо бы предпустить этих пацанов. Но, Андрюх, если КТМ уходит в какой-то снос, у тебя машина как будто бы 500-сильное ощущение. Ее крутит везде. Ты еще газ даешь, дрифтить можешь. Как Запорожец? Не знаю. Ну да, да, да. Блин, я в трафике, пипец, конечно. Так правильно, вас вон сколько там. Нифига себе дрифтуем. Ладно, Андрюх, ты на чем? Я на Каймане. Опять на лупоглазом говне там. Да. А, ВГД-4, я думал в КТМ катается. КТМ, Вася. Тебе что все пос... КТМ, там есть Вася отдельный класс, а не ГД-4, блядь. Ну все, все, и там на том классе ручная коробка. Мешалка. Ой. Что-то я засмотрелся в эти дисплеи. Где тут что? Ром, ты на быстром? На дисплее. Ты как будто на Формуле 1. Че там смотреть, Андрюха? Так у меня тут это, они немецкие, понатыкали тут всяких надо. Как на андроиде. Где Дельф? Бля, запорол круг. А, вот она. Да ёпперный. Тихо-тихо, живи. Тихо-тихо. Резко убил. Next lap will not count. Я, короче, не успел отквалиться. 4 минуты еще.
Incident clear. Green flag. Take care. There's a car approaching. Sector 1 is clear. Blue flag. Car left. Clear left. В среду кто работает? Я работаю. Да, я тоже. На Endurance хотел. Вот тут, да, вот тут гонка будет. Только я не ставил, сколько там будет. Блин, силуэты прикольные, и звучат прикольно. Ну, если у тебя 71 рейтинг, все-таки это еще многовато. Маловато, вернее. Сейчас его подняли, надо 80. Это раньше было 75. Там, по-моему, на ДТМ только 80, нет? Где есть, там везде 80. Ну я на вот обычку с вами. Не стоп, смотрите. Your brake taps look good. Ветер шумит. Классно. Вы, кстати, это, зайдите на форум, проголосуйте за анализ рынка. Какой, блин, там уже, походу. Уже голосовать даже никто не хочет. Я уже тоже ничего не хочу. Посмотри, Диман, сколько там тебе сейчас дали рейтинга? Не рейтинга, а репутация. Но если время есть... Ну, я же тебе посмотрел. Заходишь, твой аккаунт, ты смотришь. А, ну портал, все, на портал. Я понял. Сейчас я подойду. Да я думаю, там много не дадут. That's the end of the session. P6. Ой, так. 30 и чё? Ну, 30, да, там. 30 и чё там? 37, по-моему. Угу. Ну, в принципе, okay, секунда. We should be competitive here. We're aiming for around P5. Учитывая, какой дерьмовый круг у меня был. У тебя машина такая, если честно. Так это старый еще Porsche, есть новый, старый вообще не управляется. Какая разница, они все одинаковые с какого там, с 40 какого-то года. Кстати, а вы на трассе видите новые Audi, вы их различаете, нет?
Это как с Поршами, Ром, такая же фигня. Хрен отличишь. Мне просто интересно, кто тут есть на ново. Блин, а я не помню. Молодец, Ром, молодец, засчитано. Че-че. У вас там за свои приколки. Я в машинах не разбираюсь. Такая же фигня. 15 минут. Так. Так, стартуем без трекшна. Go, nail it. Right side. Still there. You're in the middle. Ой. Ой-ой. Блять, меня ж все сделали. Right side's clear. Что сделали? On your left. Still there. Давай, Андрюха, давай, отлично. Опа, опа, осторожно. Ага, вижу, 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 вижу. Спасибо, вовремя. О, блядь. Слоудаун, да? Нет, у меня это... Все исчезли. Как у тебя? Нет, ты не пропадал, я в этот момент смотрел на тебя. Ты вперед смотри. Да ладно, тут у меня три зеркала. Сразу. И Android этот еще. Все, спокойно. Опять дельту не показывает. Тихо. Давай, давай, давай. Нормас. Кристоф. Зарубился. Ох, Кристоф. Порш просто улетает. Вообще без шансов. Цепляйся, цепляйся. Ага. У меня даже трос до него не дотянется. Крюком, да, кидай крюк. Китаю не хватает. Еще раз прокачусь. Ага, понравилось. А что там сразу еще раз сервер запустили? У нас просто нет. Да? GT4 DTM приходится чередовать. Блин, хорошо идет. Audi TT, Дима, проехали. Нет, хватит, мне этого должно. Я уверяю, прикольный стали. Да ну, я вам на силуэтах лучше покатаюсь. На них реально стал по кайфу ехать. На машину не похоже. Чуть-чуть ошибся. Не-не-не, Ром, Audi, по-моему, еще дрянее стали. Вообще конченая машина. Ты что кнопаешь? Не, они реально уже и втерять можно, и в заносе уметь ездить, а раньше ничего не умеет. Нас в ПП не заманишь. Разве что Сирокой. Но о, Сироку, это классная тема. Но он что-то сильно дорогой. Но... ошибается.
Sector 3. Я думал, я сейчас в песочке умру. Remaining 10 minutes. Well done, Andrew. This is great. Come on, keep nailing those exits. Sector 1 is clear. Да вообще ничего не работает с Slipstream, а? Green flag Sector 3. Крутая у меня тачка. Какой-то Дмитрий Дмитриев здесь. Блять. Постоянно на рангах катает, только на рангах. У него там уже в топ-5, по-моему, входит. У тебя есть Роман Романов, а есть Дмитрий Дмитриев. При этом, чувак, буквально за год. Буквально год назад с ним играли на СРС, он вкатывался. Что это когда он там? Полтора года назад. Ну, короче говоря, прогресс есть. А что, он сыт с нормальными пацанами только катать на ТРД? Не, он катался, наверное, раньше, когда он не умел. Он когда не умел, катал. Был в каких-то чемпионатах. Ну он так вот. 15-й, 20-й. Блять, сука, мало средка, а. Из-за этого есть сколько. До свидания. Стас, аккуратно. Вижу. Только подъехал к нему и все, он сразу. Ну все, все, Андрюх, фокус. Пожалуйста. Фокус. Добрый вечер. Кто здесь? Блин, солдан дали за него. Green flag, sector 2. Your left front is hot. Ранг, Серёж. Что у вас там, фракция? Okay, Andrew, we're halfway home. Fuel is tight. I need to save some fuel to get to the end. Так, по рангам прыгаем. Смотрим, что. Сколько еще осталось? 10 минут. Блин, чё, Стасон, может подождать, помешаться ему? Нет, всё, вали, Андрюха. Чтоб я тебя не видел, твою жопу больше тут. Не, а ты, Андрюх, вообще умеешь сдерживать? Если бы ты сдержал человек 5, было бы неплохо. Умеешь? Я не помню, когда я последний раз таким занимался, но когда-то было. Лучше уехал и всё, да, Андрюх? Нафиг надо кого-то сдерживать. Уехал, о, и все. Уехал я. Блять, Андрюха, ну. Сейчас раз и все. Я в гоне. Блять. Смотри, еще 6 минут нормально. Теперь контент начинается. Я не могу никак зацепиться. А это
машин у меня нет, блин. Предлагаю вас на общем. Да, а потом будет опять, скорее всего, ДТМ 20 СПА. А у меня нету ДТМ. Я пошел WCR. Андрюха, давай, он улетел. Я вижу. Жми. Блин, вот ты от меня всякой фигни, походу, нахватался. Совсем только что был пятый за первый каким-то. Меньше здесь надо просто. Угу. Да и там не только пиздят, я ему уступаю. Ладно, тачки вам пойду я. Давай. On your left, clear left. The leader has just done a 131. Андрюха, красавчик. Я здесь ни при чем. Он самоликвидировался. Оп! Они все самоустро... Блядь! Да что происходит? Ралли? Слоудаун дали, Андрю? Нет. Отлично. Молчали и косячки перестали, да? Угу. Ну что ты там приехал, нет? А? Чемпион запорожца. Что? Вот оно, значит, как. Понятно. Все поняли, это хорошо. Ай-ай-ай-ай-ай, дрифт! Дрифт — это хорошо. Мамочки! Воу, ралли! Блять, Андрюх, ну завязывай, а! Да я хотел в ралли просто сегодня поиграть, я смотрю, вы что-то гоняете. Поэтому меня на гравий так и манит. Блин, не успел я, сука! А чё, ещё один круг, что ли? Ух ты, блин. Я думал, что уже всё.
Sector 1. Да. Все, ты доехал? Нет, Клава прошла. Блин, нам надо синхронизироваться. Угу. Да у него рейтинг. Блин, сейчас будет жестко. У нас последний круг заканчивается. Ух, погнали. Your left front is hot. Sector 1 is clear. Ну и нервная скотина этот кайман. Что ты вообще взял? Взял бы лодку. Да, вот. Дим, я ему говорил, что у него тачка, ну это, мягко сказать, не очень хорошая. Да то он нормой. Не, КТМ вот на таких трассах он валит, но на скоростных, конечно, без шансов. Слишком большой проигрыш на прямой. Хотя его подкрутили, я помню, но все равно. Ты на прямой до секунды можешь потерять за каким-нибудь Поршем. Ой, ну от Порше и BMW тоже отстают. Ну вот, то есть я вот за ним прям в бампер работал кавером, все, он отнял 0.7 отлетел. Вот за эту прямую. За самую длинную. 0.7. Я не могу понять, где там тормозить, вы позже 300 тормозить? Я сразу же за 300 торможу, за отметкой. Ну, между или... Нет, только я ее пропустил, сразу за ней, где-то метров 280 может быть. После прямой? Да. Не, у меня там желтая труба какая-то. Я не знаю, как вы цифры говорите, у меня желтая труба. В повороте я где-то между 200 и 100 торможу. Где-то на 150. Ну да. Ну как торможу я там, так, чуть-чуть, направляю ее. Надо посмотреть. Так, а сейчас же можно выходить, да? Да. Я все вижу. Что надо? Ага, вот так, да? Quit. Yes. Так, ну-ка, вскроемся. Карты, пожалуйста, на стол. А никак сейчас, пока он сессии не пройдет. Сейчас пока ничего не будет. Блядь, ладно, сейчас. Ну, за те гонки давай посмотрим что-то. Так, портал. Так, я уж забыл, да. Вот. Ранкед. Что там у нас? О! Плюсики, кругом плюсики. Ой, как хорошо. 98 у меня репутация. Блин, как так быстро заходишь? Не щекрусь. За ДТМ. Сейчас это еще, да, подтянется, когда сессия переключится. Так, мы катали, значит, GT4. Эх, GT4 и ДТМ у меня. Плюс 24,7, плюс 13. Рейтинга 1,8 и 0,6 репутации. У Стасяна вообще... Много, 30 рейтинг. Так, это я плюс 7 далее. Сколько рейтинг? Не, у него там плюс 36 за GT4, первую гонку. А ты где видишь? А, ты тут же рейтинг. Можно зайти, да? А пилотов посмотреть. Ну да, я да, просто я общую вас... смотрел свою. Эй, я сразу и вас вижу. Так, вот. Ну, да. За ДТМ чуток подзаработал. GT4. Блин, а где? Не могу мультиплеер найти. Так. А, ранкет, вот все. Ну, сейчас вот это обновят. Да, можно нажимать. Короче, да, рейтинг у меня 1849. Это оно, нет? Что-то какой-то. Да, это. Да. Крутой рейтинг. И репутация 92,7. Ты уж паришь. А сколько гонок? 25 за гонку. Сколько гонок? Сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, какой шесть, пять? Семь. Стас, сверху Total Race. Total Races. Total Races. А, 14. Угу. У меня 16. Но у меня было два слива серьезных. У меня в одной гонке топливо кончилось. Понятно, а понятно. Поэтому вас так помногу дают, у вас гонок еще мало. Я жду, нифига себе вас... И вот, две Димкины гонки, мы проехали Audi TT. На каком-то бразильском, да, Дим, по-моему, сервере? Да. Нас просто там убивали жестоко, там реально бойня была, как под Сталинградом, блядь. И вот у меня рейтинг с 91 на 84 вообще упал после этих гонок.
И вот сейчас я его опять поднял. Но, Диман, мы сейчас так, никак не посмотрим. А если обновить? Может, и да, ребят, подлетело. GT3 80 репутация. GT4 75 репутация, Диман, 75 всего. GT4 подъехала. Слышь, Диман? Подъехала, Эндрю, да? 91,8. Сейчас, попозже чуть-чуть. Я не слышу ни хера. 92,7. Все, тут борьба. А ему сейчас выходить все равно нельзя. 75 на GT4, а не 80. Чуток поменьше. Смотри, мне рейтинга больше дали за позиции. Видишь, Стасон? Угу. А репа тебе. У меня 5 инцидентов. 4 инвалидных лапа. А, ну ралли же, да, точно. Блять. Где вы там срезаете? Вообще не понимаю. Не, да я сам ошибался. Ой-ой-ой. Улетает только так. Блин, жопу. А вы знаете на ДТМ? Так, я пойду покурю. Димона подождать надо. На ДТМ, 92. Ой, блин, 92. И, блядь. На спа, короче. Пошли или нет? Я Димона подождал. А его нет, у меня не видно его. А мы уже все, мы не успели. Ну и хорошо. Давайте Димона подождем и потом... Да, давайте, давайте. Доезжайте, чё вы, чё вы? Сейчас чемпион запорожцев придет, подождем его уже. Я пойду курну пока. Давай. Так это получается сервак-то другой, мы сейчас на каком были? Он не мог обновиться так быстро, как он так быстро? Там квала началась. Ром, вот смотри, у меня сейчас виден сейчас... всего один сервер. А мы на каком сейчас были? Не помню. Это... А хрен его, я не помню. Но это не тот. Потому что ДТМ, там началась квала, то есть практики даже не было. Это значит не тот сервак, как Андрюх говорит. У меня сейчас доступен только один. Один из пилотов, это Стоу. Да, BMW, да, я говорю, да. А СПА, смотри, квала началась уже. Это не тот сервак, я тебе говорю, был. Ну, нам-то, в принципе, какая разница. Ну, это, блин, мы даже зайти не успели. Хотя, в принципе, там пару секунд. Дима, тебе сколько ехать? 10 минут. Ух, блядь. Да езжайте, чё вы... А чё у нас сейчас? Так, нечего ехать. А у нас нечего ехать. БМВ только. Не, БМВ не поедем. Этот раз короткий, там сейчас опасно ехать.